Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваша девочка-волшебница Nevermore, и таки в полку симуляторов прибыла, или точнее прибудет 27 числа этого года. В феврале, 27, практически за день до весны, выходит Pool Cleaning Simulator. Симулятор чистильщика бассейна. Ну, практически что House Flipper, только в отдельно маленькой, так сказать, части дома. Версия, если что, будет на русском обязательно. Мне лично сказали разработчики, которые дали ключик. Но пока что демочка, поэтому мы просто оценим, посмотрим и насладимся рейтрейсингом всего, что только есть. О, знакомый фургончик. По-моему, у нас такой же был в симуляторе чистильщика. Просто чистильщика, да? Ну, тес. Какие задачки? Упорожнить бассейн, очистить бассейн, заполнить бассейн, залить химии и... Доп задание собрать 15 уточек. О! Не, ну допустим, попробуем. Где наша не пропадала? В дом нас... А, в дом нас не пускают. То есть дом это как это? Купите House Flipper и будет отпускание в дом. А здесь пока что иди куда пускают. Ну что я вижу? Я вижу... У! У нас такая байда была в симуляторе чистильщика просто. Ешечка забрали. О! Ну, прям скажем, выглядит не фонтан, не фонтан, но могло бы быть и хуже. Причем мы не с того начали. Нам нужно залезть в очень грязный бассейн. Ух ты, йо. К тому же залезть в свою жизнь и маленькая цивилизация. Я вижу уточку. Да, я вижу уточку. Но я не могу ее поднять, пока у нас вода. Стрелочка волшебная. А, я могу поднять, нужно бросить ее вниз. Йо. Насколько это серьезно? А ну давай. Значит, открыли. Вода ушла. Ей, вода ушла. Что интересно, никогда не задумывался, как вообще, куда уходит вода из бассейна, как это устроено. Оно идет под низом, или оно выкачивается специальной помпой? Потому что, судя по здесь, это выкачивается специальной помпой, еще и фильтруется. Еще одна. А, это та же. Мы первую немножко уронили. Бог ты мой, оно чистит. Слушайте, оно чистит. Если бы это в жизни было так просто. Кто чистил дома кафельную плитку после нашей очень жесткой минеральной, просто прямо скажем, воды из-под крана, тот понимает, что это жесть. Такого счастья в жизни не бывает. Так, давай, родная, чистим-почистим. Вычистить не можем, но заметьте, что он нам прогресс немножко засчитывается. Давай. Прошел по бровке. Тут чуть-чуть пропустит, а что такое-то? Что эти люди делали со своим бассейном? Я понимаю, что они в него шпехались и все такое, но... Хотя бы чистить после этого нужно было. Хотя бы протирать бортик. А? Ну, давай еще. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Давай, закольцевали. Если что, бортик это вообще половина бассейна считается. Бортик очистили, а видите, ровно половина. А что это за страшное? А, слушайте. А вот это хороший момент, мне нравится. То есть тут не волшебная вода, которая не пойми куда берется, не пойми куда исчезает. А тут вполне реальная вода, которую ты при закрытом бассейне еще накапливаешь. Интересно, а можно вообще реально из шланга налить полный бассейн? Было бы весело. Зачищаем. Подряд. Прям как в этом. Майдадыр, да? Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выползает чистильщик бассейнов. И качает, ну не головой. Зачистили. Не, в смысле у нас засчиталось, что мы отклинили пул? Не отклинили еще, я вижу грязные пятна. Мы делаем полностью, делаем до конца. А заполните бассейн. Ну, я бы вообще спустил бы грязную воду, но, допустим, это делается одной и той же трубой. Вау. Физика воды просто божественна. Но, судя по всему, мы заполняем даже не воду, а каким-то сиропом. Итак, я же уточек-то не собрал. Еще прыгать не могу. Дай мне пирожочек, пожалуйста. Уточка черная. Это что за уточкин Blackface?
Это что за намеки, разработчики? Вас же засудят. Вам же сделают шпрехен-трехен во все непотребные отверстия. Вот розовая уточка — это другой вопрос. Против розовой уточки вообще никто не спорит. Это была у нас... Это была у нас беленькая. Что за красный партбилет? Мы чистим бассейн в Китае, или мне показалось? Значит, чистим хорошо. Партия даст нам еще одну миска риса и кошка-жена. Будем довольны-предовольны. Это был у нас пятый. А если бы я был уточкой, я был бы вот здесь. Маленькая, классическая, желтая уточка. Видно, у местных жителей какой-то фетиш на уточек. Иди сюда. Голубая уточка. За эту уточку заплатили члены ЛГБТ. Так, здесь нет. А здесь нет. А вот еще одна уточка. Как знал. Восьмая. Спасибо большое. Нужно больше уточек. Кому-то нужно больше золота, а мне нужно больше уточек. Фиолетовая. Быстрого бега тоже не завезли, да? Поднимись. Даже присядочек не завезли. Вот так. Лежать бояться. Девятое. Мы близки как никогда. Но смех смехом, а я не вижу. А еще у них цвета повторяются. Желтая уже была. Я не вижу. Ладно, это было просто. Но больше 12 я не вижу. Вот где. А здесь нет. За сарай мы залезть не можем. Кружочка-пирожочка у нас нету тем. Может, где-то в начале дома? Может, где-то вот здесь? Под стульями нет. В дом нас не пущать. Вы понимаете, не так интересна чистка бассейнов, как поиск резиновой уточки. Здесь нет. Вот это отдельно ад. Вывод водостока на деревянный забор. Он же у вас простоит год, а то и меньше. Может, перегниет все. Кто уж так строит. Слушайте, кто видит уточек, признавайтесь. Пишите прямо в комментарии. Невер тут протупил безбожно дико. Уточка была на самом видном месте. А ты ее взял и не увидел. Но здесь же явно нет. Мне показалось ли... Ах ты ж, какая ты наглый ты селезень, а? Видали такое? В кустах спряталась. 12 из 15. Проверочка на Верочку. Здесь нет. Вот еще одна. А ж ты матрешь-то. Кто бы мог подумать, остается ровно две. Это уже дело принципа, друзья мои. Так, здесь нет. Без приседашечки прям даже как-то жизнь не жизнь. Ну, допустим, мы сейчас заполним химикатами контейнеру. Подняли. А химикат у вас где? Сюда. Нет, заполнить химический контейнер. Вот здесь вот. Тогда не совсем понятно, что от меня требуется. Задачка не для слабых умишкам. Может быть, вот так? Онлайн. Взять мы можем только что-то одно. Контейнер вообще не валяющий работает.
нет, кровабельно неюзабельный. Вот вы думали, да? Игра просто про очистку бассейна. Не все так просто, как можно было подозревать. Сложно это и сложно. О, еще одну нашел. Еще одна уточка Ингритос. Спряталась, зараза. Это было 14-е. 15-е пока что не видать. И вы не поверите, но 15-е было на самом видном месте. Ультра ярко-зеленая, под ультра ярко-красным цветочком. Вот она, зараза. На. Сайд-квест выполнен 100 на 100. А что, в принципе, не приближает нас к решению проблемы с контейнером с химией? Все такое же неберебельное-неберебельное. А возможно, но это не точно. Нам нужно взять этот контейнер и вставить его куда-то здесь, да? По логике, система добавки хлорирования должна быть где-то рядом с бассейном. Ну вот, хрен там плавал, дамы и господа, хрен там плавал. У! А что я сейчас сделал? А как я это сделал? Не совсем понятно, но я это сделал. Мы заполнили контейнер с химией. Мы можем поднять контейнер с химией. Бог ты мой. И бросить его нужно прямо в бассейн. Я это сделал, но... А что-то как-то не особо вариант, да? Может, мы его не до конца заполнили? Нет. Заполнено вполне до конца. Написано полым, поместите контейнеры в бассейн. А, вот это зеленое прекрасное место. То есть в другом месте в воде не считается. Но... Вот только здесь. Ну, таки mission completion. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Бассейн чист, что душа у депутата. Мы можем валить отсюда. Да, мы можем валить отсюда. Вот нам рассказали. Спасибо, что заиграли в демочку. Не забывайте добавить эту игру в ваш виш-лист. А кого это вдохновило? Ну, честно, знаете, как это, разработчики, закройте уши. Меня это вдохновило несколько меньше, чем наш последний симулятор просто уборки. Поэтому посмотрим когда-нибудь, когда выйдет 27 числа полную версию. Но пока что, знаете, тогда. Троечка из 5. Ну, тем не менее, друзья... Кто любит симуляторы, так как их люблю я. Не забываем, что это дело есть. Оно вышло, оно существует, так что можно немножко поиграться. Пока что делаем маленькую паузу. Не забываем про наши Telegram, Discord и ВКонтакт. Ссылочки все так же под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. Увидимся немножко попозже.